сбрасывайте. Сюда сбрасывайте наши эти столбы. Столбы только сбросьте, остальное вези туда, там разгрузят. Это вчера, где мы угол там под прямым углом разбивали. Вот сегодня уже на следующий день, пожалуйста, видите, как дружно. Другой тут для скотинки там свежее сено косят. Так. Так, подожди, Никита, там не лезьте зря. Так, подожди, убери его, а то завалят. Подожди. Не шевелитесь там. Бросай, уходи. Все, сбрасывайте. Видишь, как неловко. Ну ладно. Подожди маленько, сейчас сверни его, тяни на себя. Во! Тащи на себя его. Андрюша, как только разгрузишь, так мы с тобой проедем, там соберем. У нас и городили это, у коров-то. Старье привезти, у нас тележка совсем никудышная стала. Мне крикните, я рядом буду тут. Я там все закончил. Все? Видишь, как маленько, говорит, и нам досталось. Так. Все? Ты сейчас круто бери вправо, Андрюша. Где он? Тут ему не надо ехать. Скажи ему, чтобы он туда не ехал, а вот сюда вывернул. Да, я понял. А, ты здесь. Сразу вправо на дорогу выворачивай, все. Все, да? Нет, нет, ну что, все. Потом тополь я вытащил, Андрюша, подвезешь его к нам. Мы его тут раскидаем. Это сейчас уберем. Так, сюда близко не подходи, Коля. Коля подошел. Вот. Давайте, таскайте по одной. Во! Это все нам досталось. Сейчас шкурить, у нас работа не прекращается. Это немец, он бы железобетонно это сделал. И правнукам хватило бы. И сидели бы, толстели. Да у нас дивно дома досталось. Ну, в общем, смысл понятен. Вот вчера мы это фактически до обеда закончили. После обеда уже не ходили. А вот сейчас до обеда. Сейчас сказали, щебенку привезут. Сейчас пойду узнавать, какой именно. Так, помочь возьми, сколько надо, ребятишек. Есть, ну давай. Дай знать. Сразу можно за тополями подъехать. Вот. На, помочь ему разгрузить, да, поедем. Ну иди, иди. Конечно. Так это, ты сейчас щебень приедет. Не уходи, деньги рассчитываются. Другой пусть идет. Никита, иди, помоги. И сразу на тополь туда подъезжайте. Тополь. О! Иди скорее, Иосиф, помоги им там разгрузиться. Ося, может помочь им разгрузиться поскорее? А где они будут разгружать? Достаточно? Где-нибудь разгружать? Ну ладно. А у него, у Андрея? А, у Андрея. У Андрея, так Андрею привезли. Там около клена. Нам нужно, скорее надо расводить машину. Ну ладно, Сергей поехал. Все, не нужен. Не нужен, успеют.
Так,